Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 971. События дня. Екклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Ну, вот как объявление. Посчитайте. Умерла ли робот? Анастасия умерла. Ну и какие отношения? Остались четверо детей. Сегодня начало Успенского поста. Вчера заканчивалось. Мы целый день до обеда втроем пробыли на Семаковском Костровом пруду. Там весной вода пошла под низ. Большие такие промывы сделаны, каверны называю, как пещеры. И вчера все пришлось размонтировать и заново сделать. До самого вечера были. После обеда помогал Виталий, а до этого трое были. Мне пришлось быть. Володя Пащенко и Сергей Пупков. Так вот. Такие события. Одни. Вечером уже темнялось, накатилось. Поехал кое-что больным отправить. На вторник молочный день. Игорь Барабаш едет. Им отправил. У всех показаны события дня, которые я выставляю, а у меня нет. Выставляю их, не видно. И два поставил. Сегодня и нету. Выставлять. Такие события. Посмотреть ресурсы. Вот мой мир. Удобно переписываться. Система хорошая такая. Православный форум. 1600 тем. Ну и наш видеоканал. Одиннадцать роликов поставил. Что-то нет просмотров. То ли не показывает. И наш православный библейский сайт. Каждый день. Вот на ролике столько пакости пишут. Матерятся, а ничего нету. Там обедают или что-то. Видно, люди голодные, злобные, неверующие. И все матерятся. За каждое слово придется отвечать. Видно, что где-то там роботы зарядили, поставили, за это платят, чтобы они подновляли своими словами. А показать ничего не могут. Вот смотрите, я, допустим, показываю сейчас, что вот 26 минут. Уже 30, 40. Час и 6 минут.
Час, два, три часа вот только это смотреть. Четыре. Сегодня богатые. Пять с лишним часов, то, что выставил на сегодня только. Выставил последнюю книгу себя «Открытым оком», 33-й том. Беседы Серафимы Гавриловны, занятия, собрания на улице. Нет ничего у людей. Вот на этом все. События, что нагрузили полную тележку всем, увезли. В обед то же самое. И обратно там, которое... Это большое. Работа очень тяжелая. Ломик, кувалда. Вручную много пилили земли-то. Землю таскать, копать. Жизнь наполненная, радостная. Там будут поить скот, Симаковский пруд, Костровый. И все на этом.